Здравствуйте. Россиян предупредили о подорожании сладостей. Цены на кондитерские изделия могут вырасти на 5-7% из-за грядущего повышения НДС на пальмовое масло. Об этом журналистам рассказали в Московской торгово-промышленной палате. По словам ее представителей, на данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. В антимонопольной службе заявили, что рынки кондитерской продукции являются высококонкурентными, поэтому ценообразование там зависит больше от спроса и предложения, нежели от себестоимости. Напомню, на днях Госдума приняла законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в 10%. Теперь компаниям-импортерам придется уплачивать 20%. АвтоВАЗ в третий раз в 2019 году поднимет цены. Дилеры связывают рост стоимости машин с удорожанием комплектующих. Как пишет «Ведомости», с 1 августа розничные цены на все модели «Лада» будут подняты на 5-7 тысяч рублей или в среднем на 1%. Так, седан «Гранта», например, в базовой комплектации будет стоить 449 900 рублей, седан «Веста» — 606 900, модель X-Ray — 614 900 рублей. Самый дорогой автомобиль в модельном ряду «Лада» — седан «Веста Спорт» — подорожает в базовой комплектации. Его стоимость составит 1 миллион 21 900 рублей. Верховный суд подтвердил незаконность тарифов в Перми. Высший судебный орган оставил в силе решение Пермского краевого суда. В результате так называемые замещающие тарифы пермской сетевой компании признаны незаконными. Иск краевому министерству тарифного регулирования и энергетики подавали ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт», а также городские ТСЖ и ЖСК. Решение автоматически отменяет замещающие тарифы ПСК, установленные с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года. Средняя зарплата педагога в системе общего образования, куда входят дошкольные, начальные, общие, средние и дополнительные, составляет 34 800 рублей. Такие данные следуют из исследования Росстата за первое полугодие 2019 года. Самые низкие зарплаты получают педагоги общего образования в Белгородской области – 29 300 рублей, в Ивановской и Орловской областях. В Пермском крае учителя общего образования в среднем получают 37 500 рублей. В Свердловской области педагоги зарабатывают 44 000 рублей, в Тюменской – на 10 000 больше. Самые высокие средние зарплаты у педагогов общего образования на Урале зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе – 86 500 рублей и Ямало-Ненецком автономном округе – 118 500 рублей. Курс доллара, установленный Центробанком, на 27 июля составляет 63 рубля 12 копеек, курс евро – 70 рублей 31 копейка. Спонсор рубрики – компания Forward Auto на Решетникова 5. Купите автомобиль «Лада» за 4900 рублей в месяц. Ты заслужил новый автомобиль! Приезжай в Forward Auto за новой «Лада» всего за 4900 рублей в месяц. Forward Auto. Люди нам доверяют. На этом у меня все. Удачи в делах!